на русском радио. Дневники шелкового пути. Главное не снимать бейджик, даже когда спишь. Ну что, спалось сегодня прекрасно, после вчерашнего ливня очень свежо, хотя мы боялись, что ночью тоже будет заливать палатки. Тем не менее, очередной день, очередной этап. Сегодня по-прежнему кольцевой, Астрахань, 360 километров. Ну, посмотрим, внесет ли коррективы погода сегодня или нет, не знаю. А пока завтракать. Итак, сегодня этап Астрахань-Астрахань. Часть идет по Астрахани, часть заходит в Калмыкию, которую вчера очень сильно размыло. Если сегодня пойдет вдруг внезапно дождь, потому что по прогнозу был дождь, везде расставлены специальные люди, которые в нужный момент сообщают о том, что трасса может или какой-то этап может быть закрыт. Пока что участники движутся и преодолевают астраханскую территорию, часть. Посмотрим, что будет в Калмыкии. Пока что здесь стоит жара, время еще раннее утро, около 9 утра, градусов 30, наверное, уже пески подсохли. Но вот очень уверенно, это по-прежнему лидеры преодолевают сегодняшний спецучасток. Вообще, конечно, напоминаю, что это ралли-рейд, и это гонка на выносливость. На улице очень жарко, представляете, все это дело в автомобиле. Комбинезон, термобелье, почти 4 часа гонки. Как это выдержать все? Давай. Так как экипаж русского радио сегодня быстрее всех был уже на боевой трассе, то приходится выполнять еще роль безопасности, потому что здесь... Здесь проходит, в общем-то, городская какая-то трасса, возит топливо, и мы вот еще и охраняем, чтобы на боевую трассу не заезжал никто. Мы в степи, и связи здесь практически нет, а пора выходить в эфир радиостанции. Что ж, у нас есть подмога, пойдемте ловить связь. Привет, русские перцы! Ну что, мы находимся в пустыне, прямо... в самом центре, так сказать, бензовоза. Спасибо, что он есть, иначе бы связь не получилась. Сегодня все готовились к дождю, получился очень жаркий, насыщенный на эмоции день. Ну и вот, почти 400 километров пути позади, впереди финишная прямая, 30 километров до Астрахани. Я мокрый, и это не жара. Вообще, если закрыть глаза и не видеть вертолетов, не видеть гонку, то, наверное, можно представить это место как настоящая пустыня. И у гонщиков эта астраханская часть вообще называется Африка. Не просто так. Давай, Макс, пей воду! Вообще экипаж русского радио, конечно, старается держать себя в форме, поэтому в любое свободное время или минутку мы поддерживаем себя как можем. Давай, Вася! Когда успеешь? Ты чё? У них вот здесь вот, у них здесь 60 километров, а туда им еще все остальное. Это штурман Вася. Василий. Василий. Да. По отчеству Николаевич. Николаевич. В кадре Николаевич. В машине просто Вася. Степи просит называть себя Василий. Короче, как скажет, так и едем. Так, да? И будет. Опыта у него, как говорится, хватает. Гонка передается из поколения в поколение. В этой гонке участвуют два участника – сын и отец. И отец является самым старейшим гонщиком Silkway 2018. Ему, представьте, 77 лет! Все, дневники шелкового пути на этом завершаются. Мы к этому были готовы. В песках тебя нужна лопата, и сейчас она нам пригодится. Надо откапывать колесо. Помимо лопаты пилота,
когда закопаешься, хорошо помогают еще и руки. Что? Экипажу Русского радио желаю здоровья, побольше вот этих эффективных гонок. Ну, всего самого хорошего. Все будет хорошо. Сегодня ждали все дождя. Оказался очень жаркий день и на эмоции, и по температуре воздуха. Ну и вот почти 370 километров пути позади. Впереди финишная прямая, 30 с небольшим километров. И, конечно, все хотят домой. В душ. Все, с Астраханской землей мы прощаемся на этом и движемся далее на Волгоград. Сегодня был очень жаркий день, впереди самая финишная прямая, 360 километров пройдено, впереди 30 километров. Куда ты поехал? Трасса здесь идет. Там коровы!